Итак, полицейский участок Москвы в канун Нового года. Да, приезжай, братан, приезжай. Нафиг тебе эта семья, приезжай. Да капец, скучно, ты что? Телека нет вообще, его украли же. Да, да, да. Да вообще не знаю, что делать, что. Нет, их выпустили, Сурен приехал, забрал их на УАЗике, да. Да нет, ты что, я же сижу сухой вообще, я же на работе не пью вообще, ты что. Ну на работе нельзя, что, я не потерплю, что ли, вообще. Да. Да нет. Видит Бог, не пьем, а лечимся. Ну, может, не надо. Ну, Коля, это нужно сделать. Не надо, пожалуйста. Коля, пожалуйста. Я не готов. Я тебе перезвоню. Я не готов об этом говорить. Просто. Коля, ты сильный, ты справишься. Вообще, этих преступников надо ловить. Здравствуйте. Мы хотим написать заявление. Спасибо. Пожалуйста. Садись. Давай, садись тут. Так, чтобы я тебя видела, Коля. Расскажи все, как ты мне рассказывал. Может, не надо. Может быть, там 2 часа до Нового года. Может, поедем, отметим уже нормально. Коля, пожалуйста, расскажи все, как ты мне говорил. Давай. Да не хочу я ничего рассказывать. Что произошло у вас там? Переживу как-нибудь. Да его изнасиловали! Присаживайтесь, если можете, конечно. Ну или стоя рассказывайте. В общем так, его изнасиловали 4 женщины. Что? Его изнасиловали, простите, 4 тёлки. Что это? Это в России. Это в Москве, в гостинице «Хаят», в президентском люксе, так и запишите. Ой, Коля, ну что ты молчишь? Ну рассказывай дальше, давай, как все было? Так я это, ну, там я... Так, давайте я, у Коли стресс. Значит, смотрите, мой Николай сегодня получил премию в 400 тысяч рублей. После этого у Коли с коллективом был корпоратив в караоке. А, но Коля пил только чай. Безалкогольный чай. Конечно. Да? И вот, и в какой-то момент, да, Коля, подсаживаются к нему 4 вульгарные вот эти вот какие-то женщины. И, видимо, вот ему в чашку что-то подсыпают, когда Коля отворачивается. Да, я отворачивался. И Коля больше ничего не помнит. Почти ничего не помню. Расскажи, что помнишь, Коля. Помоги следствию. Я помню, проснулся я в номере, привязанной к кровати. 4 голые женщины рядом. Они, главное, ко мне, а я говорю, не надо, не надо, не надо. Не надо. Я люблю свою жену, свою ненаглядную, единственную, я так ее люблю, я верен только ей, не надо. Коленька, Коленька прям так и кричал. Я начал это кричать, но они закрыли мой рот своими ртами. Господи. И пах. И рот, и пах. И рот, и пах. Ой. И удерживали так 2 часа. Боже мой. Коля, ты сильный, ты справишься. Мы вместе пройдем через это. Прям 2 часа? Ну, представляете? Он иногда 10 минут дома не может выдержать. А здесь вот 2 часа вот в этой, извините, ради бога, позе. Слава богу, я его выследила по геолокации и просто спасла, вовремя приехала. А, кстати, это очень повезло, Коля, слышишь, да? Что 3 года назад я тебе на телефон установила функцию. Очень повезло. Делиться геоданными. Вот, представляете? Очень. В общем, я приехала на место преступления и просто вырвала своего Николая из этих цепких рук. И ног. И сисек. Вы нам поможете?
Ах ты, собака хитрожопая. Простите, это вы про кого? Случай хитрожопы у вас очень... Да. Собака, представляете? Год крысы заканчивается, а она тут сама зашла попрощаться со мной. Лично, смотри. Простите, я правда, я не понимаю. Вы нам сможете помочь? Вам вряд ли можно помочь. Ты смотри, какой... Главное, сиди, держится, смотри как, а? Кто держится? Муж ваш держится после такой психологической травмы. Да. Конечно. Это ужас. Это, представляете, в центре Москвы вот так надругаться над женатым человеком. Их много, а он один. Это его так первый раз насилуют? Конечно, в первый раз. Конечно, в первый раз, конечно. Не каждую неделю дают премию, чтобы тебя насиловали, да? Послушайте, может быть, следствию нужна какая-то информация вспомогательного характера. Может, у вас есть какие-то к нам вопросики с Николаем? Вопросики, да? Да? У меня есть. Давайте, вопросики, мы готовы помочь. Нет. Да? Да. Ты кто? Ты что за гусь, а? Вы как? Слушайте, я не понимаю. А я все прекрасно понимаю. И он все прекрасно понимает. Я думаю, эта сука лучше всех все понимает. Слушайте. Так вы нам поможете или как? Ну, давайте еще раз поймем, что мы имеем. Вас изнасиловали. Меня. В Хаяте. Да. Президентский люкс. А, да. Тёлки. Да, 4 тёлки. Причем такие, знаете, вот как это, дородные, сексуальные. В общем, это сиськи, это задницы, это губы, это все вот при них. Они еще там? Там. Они там. Они же у меня с карты украли 400 тысяч рублей. Ой. Вот эту премию всю, всю украли. Сняли номер на 3 дня. И еще 2 дня проплаченные там. Они там, а я тут. Коля, Коля, Коля. Все, успокойся, все закончилось. Слышишь, все закончилось. Все закончилось. А там только начинается. Там одного пухла на 100 косарей лежит. Это сейчас там? Да! А почему вы не сообщаете такую важную информацию для следствия, а? Ну, смотрите. А что происходит? А что, их надо срочно задержать. Вы что? Да это опасно, вам нужно подкрепление. Подкрепление пусть дома Новый год с семьей отмечает. А я буду родину спасать. Воздалось мне, слава богу, а? Не зря я тогда бомжу дал колу допить. Видишь, воздалось. Так. Да. Послушайте, все. Это все-таки очень опасно. А если они вас изнасилуют? Никаких если! Стой! Уж лучше меня, чем какого-нибудь Турсунбека, который им суши доставит сейчас. Это самое. Наручники брать или там есть? Наручники там есть. А этот... Ну, просто для следствия, чтобы понимать, просто я просто думаю, они вам на лицо садились, я думаю, мне бриться или нет? Лучше побриться. Ага. Хорошо, так. Это-то... Там наркотики там были, есть? Были, нет. И у нас нет, начальство забрало все на Новый год. Так, все, может, я взял, я поехал. А зачем вам плетка? Вы видели в Москве, какие пробки? Я на лошади поеду. Давайте. Вы прям... Пиджак, давай мне свой, быстро. Пиджак, зачем? Я под прикрытием буду работать. Зайду так в номер, так, чтобы они подумали, что это ты. Так, опа! Ой, то есть, опа! Понял? Давай сюда, пиджак, все. Я поехал, давайте. Хорошо вам оставаться. Подождите, я должен поехать с вами? С хрена ли? Коля, это опасно, ты что? Дорогая, я их опознаю. Я просто их зафиксировал очень хорошо всех. Я должен помочь следствию. Коля, ты не обязан. Я обязан. Пойми, это мой долг. Я не прощу себя, если останусь в стороне. На моем месте поступил так бы каждый мужчина. Ой. Ах ты, жучара, ты хитрожопая, хитрожопый лис ты какой. При живой-то жене, при живой жене рискует жизнью так. Сиди на месте, ты здесь можешь сидеть, понятно, все, я поехал. Чай вот здесь, кофе здесь, чайник не работает, приятно соваться. Хорошо, давай. Вы когда задержите, позвоните нам.
Ну, Николай Иванович, как вам такое помещение для корпоратива? В России после 23 часов все корпоративы запрещены, а здесь, пожалуйста, веселись хоть до самого утра, а? Просто, Марина Андреевна, это браво! Это просто браво! Просто браво! Еще в центре Москвы! Заносите алкоголь Киркорова! Начнем праздновать! Давайте, час до Нового года! Пойдемте! Много лет подряд на Новый год резиденты Comedy Club мучили звезд шоу-бизнеса и ТНТ своими конкурсами. Пришло время им отомстить. Самое громкое. Новогодняя ночь на ТНТ. Резидентов ждут проверка на интеллект. Чунга-чанга. Жгучая. Чунга-чанга. Сюзанна. Электрошокер и испытание от символа наступающего года быка. Планета вертится! Круглая! Новогодний Comedy Club. Короли вечеринки. 31 декабря в 11 вечера на ТНТ.